Говорит сурок Альдатре, раздели четыре на три. Хомяку твердит: изволь, 50 умножь на ноль. Делит дикая лошадка 30 на 3 без остатка. Крокодил жует тетрадь, не умножит 2 на 5. Наконец-то стихли звери, не кидают тряпкой в двери. Не подсовывай вышку, а фанзет славу под вышку. И медведь не ставит пар на мизинец леопарду. Все пыхтят, занявшись делом, все скрипят пером и мелом. Замечательный урок, замечательный сурок.